Его тоже надо починить. Я в коем, пацаны, что делать? Кто попилил машину на пружинах, поднимите руки! Сейчас пойдем на регистрацию, немножко опаздываем. У нас на дворе еще готовят проекты. Отличное начало дня, ребята. 390 рублей и вот такой же бокал холодного пива у вас. А бокал можно с собой за такие бабки забрать? Блин, вот это вообще нормальный пик. Рядом с Екатеринбургом, все в порядке. Немного, но машин прибавилось. Фиолетовые вообще в тренде. Доброе утречко! Доброе-доброе! Здоровье. Так это же к деньгам. К деньгам, да. К победе. Хочу. Ты хочешь? Право, вот так вот зарабатывает. Мой битый телефон тебе поможет? Его тоже надо починить. Где мой кошелек? Прошла вчера крещение. Пивком. Пивком, да. Шлифануло, блин. Рыдала как дичь, но потом смеялась еще громче. А все потому, что мы не пьем, а вам не советуем. Утречко. Да, ай. Сейчас наклейки будет наклеить, которые вообще не наклеиваются.
не двусторонние. Как у тебя в этом выпуске одного наклейку клеился. Такая же она, короче. Так что это, лучше маленькую наклейку. Мне кажется, это первый сатлон. Поехал в Сочи. Вообще поехал. Это первый. На статике. На статике. Считаю, что это самый лучший офис, в котором Никита работал. Хорошо, я отгоняю от тебя людей. Че, покушали? Вот сейчас хотим пойти покушать. Вниз съездить. Да, съездим в Макдак, мы только что были вообще как было. Обедали, наделали туристические фото для мам. И сейчас будем двигаться обратно на граунд, потому что уже как раз время официального открытия, конкурса начнутся. Будем снимать, смотреть, что там происходит. И думаю, еще прибавилось проектов с последнего нашего посещения. Хотя их там вообще и так столько много, что я даже не представляю, куда еще можно внести по номеру. Ростов. Слушают по тиммейтеру. Там бульдос начинает просто. А, двое там. Это бакханалия. Тут все. Там замкади. Я тут на крыше вызвал,
Блять, я же не, все дергают. Чутка подмокло. Сука, спрятали бы. Расчеши. Моего кента, бля, жалко теперь. Сейчас все стоят мокренькие, красивые, сверкают. Мы обратно поставили машину. Я пошел посмотреть на эпичный вид. Татуированные интересуются, как делают такие сплиттеры. Сплиттеры? Да, на сливу 15. А, смотри, мы, короче, сканируем кузов, заносим в программу, там моделируем, и после этого уже на станке изготавливаем. А, ну, то есть для машины, для каждой машины будет разная цена, да? Или как? Ну, в среднем 7 рублей деталь стоит. То есть если совсем какая-то суперсложная, то удорожание и цена, так семерка. Я понял. Можешь написать мне, я поищу, либо ты поспрашивай. Ну, давай я тебя просто в Инстаграме сейчас есть, в Инстаграме добавлю, а еще потом в Директе напишу. Там? Это не вы ехали вот на ней? Ну, мы вас встречали, да. Да, да. Да. Специально еще поставили, подождали, чтобы поснимать потом. А. Материал, чтобы был. Так, а, у вас канал, да, походу? Да, там как раз в Инстаграме есть ссылка туда. А, ну я тогда подпишусь, гляну, посмотрю. Да, гет жешкис на Адаре. Лимончелька. Мара, пожалуйста. Уроды. Кубанечек. Телефон еще хэштег. Ойси и Бутлигер. А, сейчас сфоткаем. Так, ну что, где сексуальные позы? Да. Сейчас открывается. Класс. Ну что, забьете, да, хэштеги? Конечно. Крутяк. Угу. Ну все, ждем вас в гости. Кнопка перегар, типа отключить, блядь, перегар, когда тебя менты останавливают. Такое. Отключил. Не пахнет. 170 километров до заправки. Да. До какой? А что у тебя так много кнопок горит? Камера, по-моему, ошибки, выключилась. Ошибки, потому что. 404? Эррор. Горит, тоже дрифтить, короче, надо. У тебя передний привод? Да. У нас в Саратове все на переднем приводе дрифтят. Ты тоже, да? Не, у меня задний. Суровые саратовцы. А, я думал, у тебя девятос. Слава богу, нет. Меня обошла судьба стороной. И какой у тебя? У меня же семерка. А эта хуйня снимает? Да. Вы что, ебанутые? Да хуй вы это делаете, я выйду. Нихуя она низкая, вы чё? Маленькая чертяга. Тряпочки, а? У нас? Да. У вас есть кузнечик? Да. О, ничего себе. Я с ним фоткался пару раз. Блин, опять животные во Влоге, да ё-моё. Короче, мне плохо я есть пошёл. А как ты без списков есть пойдешь? Погнали, попробуем, да, может халява. Его можно съесть. Да и вы что, да ты нахуй. Я не знаю. Заклад мне, срочно. Я под пальцами. Я хуёво бухой. Я в коем, пацаны, что делать?
короче, оглохла. Air fitting, да, если про фитиш слышал, air fitting. Это что надо, чтобы было? По-моему, колеса на арке легли. Это чтобы колеса на арке легли. Нормально будет? Ну, вот вы как специалисты все сейчас внизу стоите. Если это нормально, она объяснила. Название? Air fitting. А название air fitting, а понятие, как расшифровывать это? Мы за фистинг! Смотри, там три человека за фистинг. Давай вторую номинацию придумывать. Ну, какая? Простой фитинг, по-моему. Простой фитинг, да? Да, хорошо, по простому фитингу что делаем? Ну, на пружинах машину попилили. На пружинах машину что делали? Попилили. Попилили на пружинах машину, так. Кто попилил машину на пружинах, поднимите руки. Вот они есть. Есть такие люди, оказывается, да? Откуда вы взялись? Ну ладно. Я вижу, вы на одной машине приехали, вот там, да? Нет. Вот здесь на другую. На разных машинах? Две машины у вас, я понял. Скажите, вы на какой машине сюда ехали? BMW Копейка. BMW Копейка? А у вас низкая BMW Копейка? Удобно? Статик! Комфорт. Сколько ехали, скажите, от Екатеринбурга до сюда, до Сочи, до Розы Хутор? Сколько по часам? Мы ехали через Саратов, там еще пожили. И потом ехали сюда. И, ну, я не знаю, по времени. Трое суток! Трое суток. Трое! Двое суток. Очень удобно. Хорошо. Так, вы в машинах прям разбираетесь, да? Картофель. Друзья, у меня есть важная информация. С нами сегодня здесь, на одной площадке, присутствует мисс Картофель Фест 2016. Можете похлопать. Браво! Не каждый день такое с вами случается. Я понимаю, можете сфотографироваться, поэтому в честь этого, да, вот на этом баннере. Потом в Инстаграм выложите. От 500 лайков обещают. Да, поэтому я буду засекать прям количество. Лох, спасибо. Готов. 3, 2, 1. Братва! Танец покорителя! Идем с конкурсов. Блог, который уже трендерился на заливку, на канал. Вот, конкурсы были забавные. Ну, ведущий вывез, короче. Ведущий очень интересно отшучивал. Сейчас, когда вернемся, будет уже награждение. Может, возьмем приз за самый высокий стенд проект. Спасибо, что собрались. В общем, сейчас будем объявлять номинации. Ура! Очень все хотят? So we have 7 categories. Best static, best static fitment, best air fitment, best wheels, best interior, and car of the show. До свидания!